мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная видеоконференция. Нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве. Пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, что требует еще дополнительных усилий. Конечно же, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии. И затем те вопросы, которые, наверное, шумят на повестке дня, это прежде всего напряженность вокруг Украины, это тематика продвижения НАТО в сторону наших границ, это инициатива президента Путина о гарантиях безопасности. Вот все эти темы будут обсуждаться. Гарантии безопасности не могут быть односторонними, совершенно понятно. Это очевидно. Они бывают только в обе стороны.